нашел я. Мест нет. Нет мест. Нонче плаца. Сколько их у тебя? Людей сколько? Людей, человек. А, уно. Один? Тогда давай вылезай, чего ждешь? Я бы, хозяин, еще по дороге в Калашин вылез. Да эти псы меня к доске намертво пригвоздили. Так что ты или отвязывай, или прямо с грузовиком в тюрьму сажай. Стража, сюда. Если его приговорили к смерти, то почему не казнили еще в Подгорице? Что за порядки всех коммунистов только у нас расстреливать? Везде жандармы, мать вашу. И откуда вас столько на нашу несчастную Черногорию? Как ты здесь главный, Маркович, не так ли? Командовал еще до войны жандармским участком в Брцке. Припоминаешь? Сотни мешков албанского табака, того самого золотого, переправил у тебя под носом. А-а-а, Тадия Чемеркич, а? Эх, жандармы, неужто мне на роду написано всю жизнь с вами маяться, а? Попалась змея в расщеп. Двойные. Двойные. Давай, давай. Нужны башмаки покрепче, чтобы не износились быстро. Верно, Маркович? Ты мне в руки, Маркович. Я бы для тебя только на одинарный расщедрился. На те, что из веревки, что вокруг шеи повязывают. Ладно уж, спета твоя песенка, Чемеркич. Дождалась твоя шкура базарного дня. Скоро вот на брезу под пулеметы пойдешь. Знаю. Повесил бы тебя, Бог все грехи простил бы. Надулся гад, как индюк, а из шеи еще одна голова прет. Так что надо бы две веревки. Висел бы тогда надежно. Палка у тебя что надо. Кто это тебя так здорово изобразил? Да,
нас напали, нас было трое в пещере. Вук, Милич и я. А они притащили к пещере мою мать и двоих моих детей. Только-только на свет Божий вылупились. Глядеть на них, и то грех. А этот Минич, эта собака орет. Сдавайся, Драгушич, или всех троих прирежем. А она, не поверите, мать кричит мне в пещеру. Не сдавайся им живым, руки, Люба. А с нами будь что будет. Но я услышал писк детишек, увидел, как эти изверги за ножи схватились. Не выдержал. Сдался. Здраво. Здраво. Присаживайся. Ага. Подгорица далеко, а дьявол этот всю душу вытряс. Не найдется ли у кого пожевать? Да, поищем. А ты из каких мест? Из Брда. Ага. Уж не Чемеркич ли ты? Тазия? Угу. Это тот самый Тазия, что офицера Четника убил. Что за брата своего отомстил. Да. Горло бы промочить. О. Спасибо. Можно сбежать отсюда? Можно. Вот выведут с почетом под ручки и попросят, беги. Ты, видно, о таком даже не думал. А знаешь почему? Почему? Не потому, что мы здесь привыкли. Другие пытались на том свете очутились. А даже если вырвешься, с этим добром на ногах далеко не уйдешь. Железки, заклепки. Что сбито рукой человека,
то этой же рукой разбить можно, понимаешь? Партизаны ушли, я остался. Ведь надо же кому-то кормить желторотых. Это не женатому просто. Винтовку через плечо, свободен как ветер, топай на все четыре стороны. Четники принюхиваются, да не на того напали. Признавайся, говорят, ты убил нашего офицера. Ясно, мстил за брата. Простим тебе этот грех. Простим и то, что ты с коммунистами якшаешься. Пойдешь с нами или оружие будешь сдавать? А, было у меня три винтовки. Две бельгийские, моя и брата. Лялечки, просто глаза не оторвешь. Шевели мозгами, Тадья, говорю себе. Заварить кашу легко, но кто землю пахать будет? Ну и порешил бельгийки закопать, а четникам зубы. Манлихер, все равно налом. Ладно, говорят, только с огородом управился, а они снова тут как тут. Револьвер требуют. Наган мой. Не отдам вам, говорю, наган. Не отдам и баста. Отдашь. Не отдам. Отдашь? Не дам, скорее пулю получите. Тогда они на хитрость. Айда, мол, штаб, подтверди, что нет нагана. Попался я. Окружили, оружие есть? Нет. А что у тебя в карманах? Ничего. И хлопаю себя по бокам. Стали они меня обыскивать, и вдруг, как набросятся 10 на одного, ты убил нашего офицера, кричат, красная сволочь. Связали меня, круглого дурака, и отправили примехонько итальянцам в лапы. Найдется кто-то и за меня отомстит, если нужно будет. Видит Бог, что нужно. Подожди, я еще сам за себя постою. Вукович, комиссар отряда. Мишо! Эй, проходи, проходи! Проходи на ту сторону! Веселее, веселее, веселее! Пошевеливайся! Эй! Ну, скажешь? Нет, не скажу. Тогда что же мне о твоей шкуре заботиться? Мы своих не выдаем. Ну, как знаешь, Миша. Воля твоя. Но тогда и от меня не жди помощи. Мы с тобой больше не родня. Родство с тобой позор. Раз не со мной, значит против. Мы с тобой сейчас в разных окопах. От брата родного, и то отрекусь, если он коммунист. А я тебя родственником никогда и не считал. Знаешь, кто мои родственники? Родные братья. Они в горах, в лесу. Твои кровные враги. На днях здесь одного в расход пустили. Кровным был он мне. Ближе, чем ты, но я и пальцем не пошевелил, чтобы спасти его. Был он
унтер-офицером в королевской армии, присягу принимал. Но растоптал ее, пошел в партизаны, наперекор эмигрантскому правительству в Лондоне и своему министру на родине. Предателем стал, и поэтому смертную казнь заслужил. По делам ему, не так ли? Мишо. Суболочи. Осторожнее. Поворачивай, только осторожнее. Мишо. Люба. Слушай, Люба, неужели это конец? Чему? Всему. Нашим надеждам, нашей борьбе. Слушай, Момо, брось малодушничать. Зачем же ты так, Люба? Ты же видишь, как все оборачивается. Сколько нас, коммунистов, попало им в руки. А вчера расстреляли ту группу из-под бищ. Мы попали в засаду, отец. Многие полегли, погиб и Вукман. Но твой Байо, молодец, с группой вырвался из окружения. Бедный Релич. Погиб его сын. А он не знает. А если бы знал, какая польза? Стой! К стенке! Охлажай! Бандиты. И это пишут в нашей прессе. Если Германия потерпит поражение в войне, то послевоенный мир будет на руку, как ожидалось, не плутократам Англии и Америки, а прежде всего русским большевикам. Понял. Завтра нагрянут немцы, возьмут за грудки и скажут, это кто? Пораженческие слухи сеют. Войну большевикам проигрываем. Бандиты! Я бы всю эту газетную братью к стенке поставил. Всех этих умников, разумников. Мы сражаемся, кровь проливаем. А они окопались в теплых местечках. Чернильные души. Ты присматривай за этим Чемеркичем. Он такой, что вмиг может испариться. Вон, видишь этого красавчика? Нем как рыба. Нашвырять бомбы в итальянских офицеров. Большой мастак. На нас не рассчитывайте.
Мы на тебя никогда и не рассчитывали. Бежать невозможно. Да и куда прикажете бежать? Куда? Из тюрьмы в тюрьму? К партизанам. Нет больше партизан. Врешь, Киньо. Я сам еще вчера партизанил. А мы все здесь, чем не партизанский отряд, Киньо? А ты комиссар, да? Точно. Комиссар. Друзья, есть хорошие новости. Красная армия разбила немцев под Сталинградом. Ведет наступление на всех фронтах. А вскоре услышим и партизанские пушки здесь. Читать умеешь? Умею. Спрячь это. Видишь вон того Мировича? Всех глазами жрет. Придушить бы его, как собаку. Подожди. А ну, подожди. Пусти. Заткнись. Пусти. Пусти. А ну, стоять, мне не шевелиться. Кому хочется бежать, пусть бежит. Вот что я только что записал. Вот, слушай. Побег сейчас уже не частное дело. И... Ну и так далее. А кто может меня заставить, если я не хочу? Я, если нужно будет. А почему ты сам не бежал? Могу, но надо всех отсюда вытащить. Это очень мило с твоей стороны, Куманек. Сейчас не до шуток. Вот ты какого черта в плен сдавался? Я не им сдавался. А своим несчастным детям. Не будем спорить, друзья. Да, кому-то приходится и в тюрьму гнить, и на расстрел идти. И в старой России тюрьмы ломились от большевиков. Но это им не помешало скинуть царя и добыть свободу. Надо готовиться к побегу. Мы не можем спокойно сидеть, сложа руки, когда другие борются. А ну, выходите! Быстрее, быстрее! Давай, давай! Чего ждешь, старая? А ну, живее! Живее! Посмотрим, что она тебе там насовала. А ты, Таня... Состоял в партии. Приняли было меня в кандидаты. Выбьем, говорят, из тебя мелкобуржуазную дурь. Будешь настоящим человеком. Обнадеживали. Делаешь, мол, успехи. Хотели уже перевести члены партии. Грянуло восстание. Потом фронт. Ушли в горы. Слышишь,
нож отдай, Душка. Управимся с дверью, дело пойдет на лад. Людей подготовить надо. Угу. А он как? Скрытен, молчалив, но, по-моему, надежен. Прямо со свадьбы его схватили и привели сюда. Опа! Ты молодец. Молодец. Подержи. Хватит прыгать. По камерам. По камерам. Гад, содрал с меня половину. Кто? Ристо. Он и живого, и с мертвого шкуру сдерет. Снился сон, будто над моим домом, высоко в горах, сосна. И вдруг эта сосна вместе с корнями обрушилась вниз и падает, падает. Потом я смотрю, это голый ствол, без веток, бревно. Это бревно пробивает мой дом насквозь и летит дальше в пропасть. Где это теперь мой байя? Передать записку в наш отряд. Мы должны быть готовы, когда партизаны ударят. Успеем ли? Время на исходе. Надо спешить. Они уже собираются уничтожить нас. План есть у меня. Во время налета эти крысы разбегутся. Пусть кто-нибудь из наших проберется во двор и откроет ворота. Лиса жандармская. Это что еще за штучки? Не штучки, а привычка. Люблю козырять. Ты это, артист, брось. Зря стараешься. Кто знает. Может, и не зря.
Ну как, порядок? Угу. Заходи, заходи! Где Бог должен был бы подарить душу вот этой твари, а хвостом наделить тех, кто его заслужил. Убрать собаку! Убрать! Гони ее! Пошел вон! Вон пошло! Гони ее, гони, гони! Да поворачивайся, поворачивайся живее! Кому говорят? Слушай, листовка у тебя? Да. Я уже перетряхнул его. Не слушайте этого бандита. Он опасный подстрекатель. Не видать вам от него добра. Ему Красная Москва дороже своей родины. Забивает вам мозги советской пропагандой. Искушает. Подбивает вас на побег. Господин майор, листовки нет. Миндальничаешь, небось, с партизанами? Это мы сегодня перехватили Яван. Как думаешь, кто писал? Твой племянничек, Пугович. А ты с ним цацкаешься. Плюнь мне в лицо, если я не доложу воеводе о том, что ты помогаешь коммунистам-агитаторам разносить московскую пропаганду и подстрекать к побегам. Ну, читай. Ослеп, что ли? Чего мяшкаете? Давайте его! Не отдадим его! Не отдадим! С
коты. Все они заслужили смерть. Спасибо, друзья. Но не стоит лезть на рожон. Главный бой еще впереди. Выше головы. Сегодня я, а завтра они. Быстрее! Пошевеливайся! Быстрее! По камерам, по камерам! Быстрее! Быстрее! Держи его! Держи! Рискнуть бы сейчас, может, и Мишу спасем. Это опасно, Тадди. Воронья сколько вокруг. Нельзя больше медлить. Будь что будет. Ведите его! Стройся! Хлопнули, гада. Заткнись. Сегодня ночью ожидается нападение партизан. Кто сказал? Подкрепление шлют из Маташева. 15 грузовиков с итальянскими солдатами.
быстрее, быстрее! Тихо, 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 тихо. Осторожно на крыше. Во дворе сразу же бейте охранников. Со мной! Хватит шпиона! Отпусти, отпусти! Охрана! Приготовить гранаты! Ух! Сволочи! Сейчас бы уже перемахнули на ту сторону тары. Эх, только бы до леса добраться, а там ищи ветра в поле. Держи одеяло. Будем ловить гранаты и швырять обратно. Мы еще увидим, кто кого. Что, понюхали партизанского пороха? Ну ничего, будет свадьбой на нашей улице. Несите раненых сюда! Собирая манатки. Ночью воевода привел отряды. Приказал тюрьму ликвидировать. Как ликвидировать? А вот так, ликвидировать и точка. Партизаны вот-вот ворвутся в Черногорию. А арестантов куда? Коммунистов пустят в расход на заре. Ждем ночью карательный отряд. А остальных в итальянский концлагерь. Этого недича надо бы вычеркнуть из списка. Какого недича? Того, что вместе с Бошковичем к стенке ставили. Да ну! Маркович Велька. Это не из наших Марковичей, просто однофамилец. Обведи кружком. Впрочем, погоди. Пошлем его в лагерь. Может, тогда нам ему Малукича оставить? Нет. Знаю его, может смыться. Один он у матери. Обводи. Ему и трех смертей мало. Портреты Ленина еще до войны из Белграда возил. Людей смущал. Таких надо под корень. Вместе с их коммунизмом и революцией. Тем более сейчас, когда у нас из-под ног земля уходит. Когда народ из-под узды вырвался, сбунтовался. Знаешь, я бы этого Чемеркича давным-давно на тот свет отправил. Да только неохота кровную месть их собачьего рода навлекать. Под двор! Под двор! Проходи! Бег под двор! Проходи! Проходи! Быстрее! Руки! Руки убери! Живее! А ну не трожь! Проходи! Трось! Трось! Всех трось! Крепись, крепись. Помни, что я тебе сказал. Проходи, проходи. Да осторожно. Быстрее. Давай, давай. Ну. Счастливого пути к свободе, черногорцы! Эй, кто это там бренчит кандалами? Есть тут один такой, заковали, чтоб не сбежал. Я ему сейчас покажу. Заткнись! А ты чего надулся? Где же твой карательный отряд? Где эти живодеры в мать их и в бога? Погляди, не идут ли. Так, так. Так. Расцеловать бы тебя за эту музыку. Любую хворь снимает. Я бы сам выздоровел, Таджо.
Да только бы дотянуться до него. Вырвусь отсюда живым, обязательно откопаю. Кого, Таджо? Никого, а что? Мои две винтовки. Оккупантам продаете узников, ироды. Шевелись, шевелись! Веселей! Я что, ноги отсохли, старая корга? Топай, топай! Живей, живей! А эти чего ждут? А верно, чего мы ждем? Айда по домам, ребята! Разве этих еще не расстреляли? Куда провалился твой отряд живодеров, черт бы его побрал? Господин майор, карательный отряд перебросили на фронт. Ну что ж, тогда пусть передохнут коммунисты, ожидая своей смерти. Выводите тех, кого отправляем в лагерь. Где веревки? Здесь, господин майор. Веревки, веревки, быстрее, быстрее. Быстрее, я сказал, живо. Куда? Итальянские брутализмы! Тише, тебе держи так. Туда! Скотина, саботажник! Связать его! Пусти! Не трогай меня! Дерьмо! Пусти! Слушайте меня! Возьми! Держи руки! Катина! Быстрее! Пустите меня! Возьми его! Прощайте! Не забывайте нас! С Богом, Тадио Чемерги! Пошел! Не поминайте лихом! Держись, Чемеркича. Посмотри на него, с ним не пропадешь. Успокойтесь, люди, что с вами?
Да и правда, что это мы все всполошились, как воробьи перед дождем. Теперь как никогда нельзя терять голову. Слушайте. Когда нас поведут на расстрел, то перед этим, как всегда, кандалы с ног поснимают. Верно? Они нас свяжут подво, вот так. Рука к руке. По дороге надо ослабить веревки. Идите, идите, вояки! Давай, давай, давай! Куда? А ну марш, марш! А теперь снова будут шпиговать тюрьму собственной начинкой. Балагур тошно на воле. Что ж ты не расскажешь, как вас молотят партизаны? Не только партизаны. Это пролетарии. Регулярные части. У них и дивизии есть. Если бы вы только видели, как наши драпают из Синявины. Ну что, чего ждешь? Сбрось эту дрянь с головы. Да, Джо. Что? Смотри. Что это? Дневник, Миша. Прекрасный обычай свадьба. Он воспевает творческую силу мужчины и женскую нежность самой природой, предназначенную для продления жизни. Ведь иначе земля наша стала бы бесстрастной и бесплодной. Не было бы на ней страдающих, любящих, борющихся. Много войн пробушевало над нашей несчастной родиной. Но эта борьба, которая идет сейчас, самая справедливая. И партизаны, как сваты, они приводят народу невесту свободу. Прячь его открытым, рукав под локоть. Вот так. Если напоришь на коротышку, то в раз полосни его лезвием по горлу. Пикнуть не успеет. А если каланча попадется, бей его под ребро. Вот так. И поворачивай нож между ребер. Только будь осторожен. В кость не угоди. Погнешь нож. Ты спишь, да, Джо? Сплю. Ой, что-то ты сердитый нынче. Уж не потравили ли твои луга эти мерзавцы? Потравили, братец. Потравили и луга, и нивы, и заборы повалили. И саженцы повырывали, потоптали. Скот уничтожили. Даже собаку мою и то убили. Ой, ты горе горькое. Да оставили они хотя бы саху. Саху-то оставили, но что толку, запрягать нее некого. Хорошо было бы запречь их самих. Ну что ж, да поможет тебе Бог. Сядь, задумал, когда выйдешь отсюда.
Пока придется сеять только пули. Ха, рад это слышать из твоих уст. Да крепок ли ты духом, как в прежние времена? Не поверишь, Куманек, но назло им дух мой еще крепче стал. Ой, указав я у горы зеленой, гракче гавран саелове гране, под еликом юнак ране брои, из броя орана седамна ест, а из-под рана юнак проговара. Мрки вуче не прилази близу, срн гавране не надлечи често, ако су ми ноге поломљене, ма су здраве руке у рамену и у глави очи оба двије. Ај, опалићу танка джефердара, сломићу ти ноге све четири, а гаврану оба мрка крила. Комендант. Ну, вас комендант? Бандит? Что вы делаете? Ибин комендант! Давай, Люба, подожди. Ах,
выше голову. Коммунистов не согнуть, пусть знают, что мы настоящие представители Черногории, а не эти фашистские блюдолизы. А сейчас их навьючивайте и садитесь сами сверху. Люди добрые! Да это же их союзники разоружают! Слабо воевали, вот слабо и решили подтянуть узду. Сейчас их будут муштровать! И бороды брить! Зачем это им брать оружие? Банки тут они ходили! Сволочи! Выжили из них, что могли. Теперь на помойку. Собаки, собачья смерть. Получишь свое сполна! Мне пуля в грудь, как человеку. Тебе ж ярмо на шею, подними и сдохнешь. Не как Йова Буксанов, осел! Ты жив еще, чудовище красное! Врешь ему и про города! Но с вами умирать легче.
Потом не хочу, чтобы народная молва мою память трепала. Мома! 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 Мома, держись! Скорее бы уже кончали. Не расстреляют они нас. Как не расстреляют? Сон такой видел. Часы ветром кони вороные. Искры летят из-под копыта. На конях ты и Люба. А я за вами пешим перевалил через гору. Лежу, навстречу змея. Подняла голову, шипит, вот-вот жало вонзит. Схватил я острый камень и разрубил змею пополам. И поэтому ты решил, что нас не расстреляют так же? Даже если расстреляют, умрем как надо. Только не бежать, как попало. Сначала договоримся. Бежать в рассыпную. Они поведут нас через Левореченский леса и Трешневик. Лучшего места для побега не сыщешь. Был фотографом до войны. От смерти не посторонишься. Как только подам знак, бегите в рассыпную. В разные стороны, куда кто успеет. Передай дальше. Что передать? Чтоб все были наготове. Приготовились. На нас не рассчитывайте. В оковах не побежишь. Надеетесь, что помилуют? Нет. Просто меньше намучаюсь, если сразу убьют. Ду? Ду? И ду? Растретен!
бросайте все лишнее. Все. Кто останется в живых, пробивайтесь беласечким пастбищем. Чего они тянут? Скорее бы конец. Бросайте лишнее. Бросайте. Вальбардо, только, пожалуй, поглуше. Наверное, штурмуют Подгорицу. Или Вильбардо. Нет, это не Подгорица и не Вильбардо. Сбываются слова Мишо. Это Сава со своими дивизиями пролетариев уже начал великий бой. Други мои, это Колона Биочу. Биочу. Биочу, да. Значит, свадьба. Настоящая партизанская свадьба. С музыкой. Приготовимся и мы. Это ты, Томилич?
Ой, что мы се коме озелени, че меркице са пушком ожени, сватови му комунисти млади, правде жедни и освете гладни, ей, зором ране, те друмове бране, ей, гором лете, те другове свете, ей, зели се коме, весели се, нек све живо с пушком застави се. Ha 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 ha.